Добрый день, Александр Андреевич. Сегодня мы поговорим о гепатите у собак. Расскажите, что это такое? Здравствуйте. Гепатит – воспаление паренхиматозной ткани печени. Самая распространенная форма гепатита – инфекционный. Инфекционный гепатит – островирусное заболевание животных, характеризующееся лихорадкой, катаральным воспалением слизистой оболочки органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, выраженным поражением печени и центральной нервной системы. Вирус, вызывающий болезнь, устойчив к воздействию внешней среды. При комнатной температуре он сохраняет активность до 3 месяцев. Подвержены заболеванию собаки всех пород и возрастов, но молодые животные болеют чаще. Болезни желудочно-кишечного тракта, вирусные инвазии, отравление растительными химическими ядами также приводят к возникновению гепатита. А какие бывают симптомы гепатита у собак? Течение гепатита и признаки зависят от его формы. В начале заболевания отмечает слабость, повышение температуры тела, аппетит отсутствует. Затем нарастают основные признаки, характеризующие гепатит. Желтуха, увеличение болезненности печени, фекалии бесцветные, появляется кожный зуд. И как же лечится гепатит у собак? При любой форме гепатита и течении животное назначает диету, учитывая возраст и породу. Из рациона исключают жирные компоненты, вводят рыбные и мясные бульоны. Для стимуляции работы органов пищеварения и печени используют отвары лекарственных трав. Их дают с питьевой водой. При интоксикации внутривенно вводят растворы глюкозы, растворы рингера, хлористого натрия. Для восстановления работы печени применяют гепатопротекторы. Обезболивающими и успокаивающими препаратами снимают боль, нормализуют температуру тела. При инфекционном гепатите применяют поливалентную сыворотку. И последний вопрос. Как выбрать клинику для проведения лечения и диагностики? При выборе клиники необходимо учитывать квалификацию врачей, работающих в клинике, стоимость проведенного лечения, территориальную расположенность клиники. Спасибо, Александр Андреевич, за ваши ответы. Пожалуйста.